Всем здорово! Если вы думаете, то, что вы проводили лучшие выходные в своей жизни, то это грандиозная ошибка. В этом выпуске мы вам покажем, как нужно рейвиться, тусить, веселиться и крутить спиннеры вашей жизни. Привет, Женя! Привет, Женек! Ну а сейчас мы идем куда? Пивко пить! А я для тебя кто? Полполета объяснял, что не надо руками махать, самолет и так летит неплохо. Хорошо, что я спал, ты с кем разговаривал, блядь, придурок. Сколько времени осталось до твоего любимого и ожидаемого? Подожди, блин. Мить, купи нормальный телефон, нам портят кадры. Давай, сколько времени осталось до фестиваля? У нас остался 1:28. У меня столько энергии, блядь, что мне надо куда-то ее выплескивать. А я 40 минут тут просто стоял вот так вот. Я думал, что вы уже на вход пошли. А? Мы же типа ждали. Ну ты же сказал ждать, мы сидели. Нет, они как хатика. Передумал еще? Может, в гостиницу? Нет? Не, меня единственное напрягает, что тут толпа вообще нахуй не движется. Вообще не движется. Это тебе кажется. Бля, прикинь, как иллюзия. Давай. Еще сейчас надо будет какой-то досмотр проходить. Where are you from? Belgium. Belgium. Где там? Наш Витёк аутист. А, вон локер. Слышь, что, нам еще надо в очереди стоять. Локер. Давай, Витёк. В 10 по Москве уже. В 10 по Москве, на завтра культурная программа, потусовка.
когда ты выезжаешь за границу, обязательно надо витаминов кушать. А я, кстати, комплимент. Комплимент взял. Комплимент от комплевита. Да. Вот. Дим, где туалет ты обещал? Вот, это для инвалидов, короче. Дима обещал туалет. Дим, ты обещал туалет. Чувак, можешь прикинуться, что у тебя нога не работает? Диман, ну ты классный. Зайка? Ты зайка? Нет. Ну да. Я, понимаешь, на меня смотрят люди и говорят, нифига, в России какие красивые люди. Достаточно интересная штука на Tomorrowland, как туалет. Первый раз... Это загнивающая Европа. Первый раз она отталкивает, второй раз ты стесняешься, но присматриваешься к ней. В третий раз, когда ты подходишь, ты думаешь, свой залетаешь. Как, сука, это удобно, несмотря на весь трэш. Пацаны, хорош, я уже поссал. Да, а мы сейчас не на Tomorrowland, но мы ее встретили, и посмотрите, насколько это удобно. Ты просто берешь, да, берешь, подходишь, да, и ты как бы как влитой. Смотри, да. Еще вот так вот делаешь. Ну то есть еще можно даже. Не, Диман, тех подальше отойти надо. Да, если я забыл, что, я это же, свободные руки. Я же из тех, кто вот так вот. Это Tomorrowland. Диман, ты как? Я настолько был счастлив. Вынуждены ехать на автобусе. Чувак сказал, что пацаны, все тут 2 минуты, вы на Tomorrowland. Негр сказал. Слушай, а может быть он и поэтому и улыбался, что мы дали ему 5 евро, а он такой, блядь, еще наебал, еще 5 евро получил. Кусочек, немножко. Блядь, Митя, столько вещей, пиздец. Оу, секси. Мы находимся у локеров, их больше 20 тысяч. Не-не-не, и тут есть немножечко кусочек КФП. Ну кто-то явно русский положил нас не сушиться. День всей нашей тусовки мы поняли, где взять бесплатное.
дождевике. Для тех, кто был на Aqua Future People, мы теперь на Aqua Lady. И это, сука, дождь дошел из Нижнего Новгорода. Это точно он оттуда. Большое Козино. Большое Козино достало нас и здесь. Зачем ты это сделал? Нормально давай. Гоним на Tomorrowland. Санкт-Вертонского вокзала. Ура, ура, Санкт-Вертонского. Большой малый. И бомба. Так, парни, что за шуточки? Я вас не знаю. You are welcome to the world of imagination.